привет. В Самарской области облачно и пасмурно. Местами осадки в виде небольшого дождя. Температура воздуха днем 9-14 тепла, ночью 5-7 выше 0. Ветер западный, северо-западный, скорость 4-6 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, днем плюс 14 градусов, ночью плюс 6, западный ветер, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти облачно, утром возможен дождь, днем плюс 11, ночью плюс 6 градусов. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. В Самаре облачно, плюс 11 градусов днем, ночью плюс 5, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.